Да, Юра. Алло, Виталий. Да. Не разбудишь? Да не, домой еду, там надо знакомым помочь опять на машинке покатать их на ихней. А, вот так, а ты умеешь на ихней машине покатать? Да ну что, ну круз он и есть, круз. Так, ну давай, вот, видишь, Виталий. Лэнд Крузер, блин. А, я понял. Виталий, расскажи, мобильный интернет, пока не пойдет, а ты еще не выполняешь. Ни хрена нету, ничего нету, блин. Сейчас на автовокзале, ой, на этом, на авторынке простоял полтора часа. Да? И то я там выпросил шашлычный Wi-Fi. И с Wi-Fi, и ни заказа, ни хрена. Уже в онлайне взял, блядь, в этом, в эфире. Повали. Первая городская, центр, вот в центр приехал. Ага. И сейчас центр поедет домой, да? Да, и вот центр вот сейчас развернулся, вот. Ну, сити, центрального, короче, блин. Серьезно у тебя? Ну, а хули делать, блин. Меня там же эта подруга еще ждет. Пообещал, так что. Ага. По службе приехал, выехал на Парфенику, Парфенику дали. Да, один на всю Парфенику приехал, один на всю первую детскую дали. Ты мешал, приехал, шпар дали. Потом ливер вмешался. Герой был 6, через автовокзал, но потом автовокзал замерз. Ну, это сейчас покупать резину, ага. А, ну, блин. Вот так. И резину, они прибывают. Что-что? Зимнюю резину, они прибывают. Да ну не за, сегодня вот теперь уже вряд ли, блин. Сейчас я пока освобожусь, я хуй его знает. Ну, а темнее, пока освободишься. Да ну да, блин. Ну, не сегодня, значит, завтра, блин. Я, короче, Виталий, понял, что щит при пополненном счете на пакетах. Блин, Юра, херово слышно, я по громкой связи разговариваю, плохо слышно. Давай потом попереговорим. Хорошо, я так понял, потом отвечаю. А, давай, я еду. Хорошо.